Всем привет, с вами мертвая русская баня. Вот сегодня будем делать обзор в этой вот колхозной бане. Арина, ты пойдешь в баню? Газуй тогда отсюда. Сегодня будем делать колхозный вот этой бане обзор. И шпал. Это вторая баня, первая уже сгорела. Сейчас мы ее посмотрим снаружи, как она по-колхозному выглядит. Давай туда заходи, чтобы было видно баню. Подальше проходи, чтобы прям вообще все видно было. Короче, баня со шпал, самая дешманская, самая простая, как бы можно было сделать. Профнастил был раньше обычный, серебристый, сейчас его покрасили, он стал синий. Тайнек, я не знаю, наверное, из бочки, там, 100 или 200 метров, загнутый. Причем забитый на гвозди, короче. Баня запенена, ну ничего такого интересного нету. Самое интересное внутри. Пойдем. Дверь типа на клин. Ну, в смысле, доски прибиты на клин. Сама она не на клин. Внутри у нас есть чайник. Можно попить чай, когда хочется чая. Чайник стоит на табуретке, табуретка на полке, полок на полу. Пол скоро сгниет нахрен уже. Было, есть или будет, я не знаю, это отопление. Тен, котел, все дела. Здесь две печки. Но это не отсюда, это надо унести будет. Зеркало. Вот самое интересное. Печь. Вот, кстати, портал. Это не то, что Илюша кладет. Это прям вообще бомба. Это батя кладет. Печь вот мы затопили. Она топится, костер, огонь, все дела. Конечно, дверь не стеклянная. Через нее ни хера не видно. Но, тем не менее, топит вообще от души. Дверь вот есть у меня раньше... Было дело, мне давали наклеечки, чтобы я на двери клеил, но я и приклеил. Правда, в бане. Вагонка отвалилась, потому что потолок провисает. Я ее оторвал, когда ходил. Дверь не смог открыть, пришлось оторвать. Пойдем в парную, она же мойка. В парной мойке... Забыл свет включить, включи свет, чтобы было виднее. А ты снимай выключатель. Проводка, кстати, ни хрена ни ретро, ни в гофре, ни просто тупо в потолок. Папка электрик, поэтому ему виднее, как она должна выглядеть. Есть вот еще один крючок на всех, чтобы вешать полотенце одно. Кто первый, тот повешал. Короче, это мойка. Вот здесь мойка, здесь парилка. Как хотите, так мойтесь и парьтесь. Окошко обычное, в огород, солнце, трава, кусты. Вот там Виктория растет, сегодня мы ее ели. Плафон. Ни хрена не жаростойкий, ему ничего не случается. До этого баня, которая была, сгорела в ней. Вообще лампочка просто висела. Тут вот видно, что, короче, какой-то трэш там кто-то живет, не живет, не знаю. Там скоро все. Сейчас фонарик включен. Хером сгниет, уже он гниет, все чернеет. Но зато баня ничего не случается. Тазики с водой, воды холодной нету. Вот горячая есть. В печке, как не знаю, называется. Труба. Ни шибера, ни хрена ничего нету. Просто тупо труба. Причем, заметьте, она за... Не знаю, это назвать стартовый, не стартовый, как назвать. Дальше идет сэндвич, дымоход. Но крыша выходит почему-то обычная труба. Бате виднее, я не знаю. Здесь есть маленькая... Как она называется-то? Часть портала, так скажем. Ой, пыль сколько, вообще жесть. Потом, вот... Трубы было отопление. Раньше в первой бане здесь был полок. Ну, баня похожая, как и тогда была. И здесь был кран. Был водопровод, отопление центральное, все дела. Тут есть крючок. Кто там не успел полотенце повешать, здесь вешает. Батарея стоит, короче, на кирпиче. Кирпич — это когда разваливался дом, короче, от него кусок остался, вот подложили под батарею. Вот, есть шампуни. Рекламировать их не будем мы. Вот крем-кокос, новинка, все дела. Есть два веника, три даже. Вот. Один свежак, но он уже развалился. И два засовших. Два ковшика. Еще есть третий, я его утащил на, как она фамилия называется, Викторию собираю. Вот полок. Ну-ка давай посмотрим сюда. Это пятки тереть. Вот. Что-то он как-то почернел странненько. Хрен его знает, другую доску посмотрим. Такая же ерунда. Вот такой полок. Значит, вагонка, эконом-вариант, вот прям, блин, на саморез прикручена. Тут вообще состыковано.
Тут вот даже фундамент уже треснул. Либо от жары, либо от чего. Кстати, вот еще есть такой момент. Печь стоит прямо на деревяшке. Прям на полу эта листвянка лежит. Я хрен знает, какая она толщина. Ну, походу, 50-ка, наверное. Тут вот живет паучок в уголке. Вот он. Куда, дурак, там же жарко же. Вот. Ну ладно, самое интересное в этой бане, почему она мертвую ее назвать нельзя, она все-таки живая. Вот давайте посмотрим сюда. Вот они, красавцы. Ну это у меня жена сегодня сломала один, так вот он рос. Вот, но там есть два еще живых, елки-палки. Один, вон второй. И тут паучок их охраняет, или питается ими, я не знаю. Там вот все, вся листвянка сгнила к хренам, блин. Тут тоже вот наколхозил, батя, вот, стыковал хоть бы ровно стык. И причем, заметьте, вагонка, блядь, толщиной разная. А это, короче, у меня батя электрик. Это траверсы со столбов электрических, деревянные. Вот такая баня вот у нас. А, потолок кривой, провис. Скоро, походу, развалится. Вот с этой стороны видно его, наверное, развернись сюда, наоборот, вот отведи к полку. И вот этот момент круглый видно. Единственный плюс этой бани, тут жарко, короче. Все, завязываем с обзором. Есть вопросы, задавайте, пишите, ставьте лайки, подписывайтесь. Что еще говорят? Все. Всем пока. Давайте.